Доброго времени суток. Мне очень часто задают вопрос: так вот скажите, что же все-таки надо делать? Так мы же сделаем, оно же не получается. Мы же стараемся, вы же сказали, а мы вот делаем, а оно, вот мы делали целых 2 месяца, а оно не получается. Ребята, для того, чтобы получить вследствие альтернативной медицины, то есть вследствие всевозможных народных, как это говорится, методов, да, там, неважно, что это, сода, перекись, медный купорос, болиголов, АСД, что угодно, да. Первое и самое основное надо понять, во-первых, это комплексное лечение, а во-вторых, во временном оно растянуто. Это элементарно, это просто. Я не хочу умничать, но я вам скажу, что для лечения, предположим, какого-то хронического заболевания, а у него всегда есть сотоварищи по организму, нужно 5-6 лет, более того. Если вы считаете, что если, предположим, микропаразиты маленькие, то у них нет совершенно ничего в голове, то вы глубоко ошибаетесь. Они очень-очень грамотные. Во-первых, у них есть возможности, они существуют миллиарды лет. Поэтому они приспосабливаются. Вы пользуетесь содой, они будут приспосабливаться к соде. А вы пользуетесь, предположим, перекисью, они будут приспосабливаться каким-то образом там, как говорится, ныкаться по тупикам, да? Так или иначе, поэтому любой какой-то, нету одного какого-то лекарства, которое бы сказало, о, оно вот работает. Нет, ничего подобного. Вы полгода работаете в одном направлении, полгода работаете в другом направлении. Вы постоянно нападаете, да, вы постоянно щемите трихомонаду. А иначе другого выхода просто-напросто нету. Невозможно добиться результата. Враг слишком серьезный. Это действительно враг. И недооценивать его нельзя. Выздоравливайте.